Разбежавшись, прыгнуть со скалы. Работает таким образом. Зафиксировано. Вот такой хорошо подержал. С чем я жду? Тоже. Если тебе скажу. Юлечка, так. Потихонечку готовься к тому, что нас потянет назад, когда мы пойдем вперед. Так, да. Пойдем вперед, это нормально. Я вот смешно все это слышу. Ну, давайте, давайте.
мотора. Боже, вот там так красиво, вообще, сказочно. Да, для полного времени получилось. Вообще, а ну держи камеру, пускай вот эту. Ну что, мамуля? Это очень... Фух. Мы тебя потеряли? Так классно! На момент. Толя, спасибо большое. От души, мне было приятно. Прям, а как мы с тобой рядом с двумя парапланчиками? Они знаешь, что сделали? Они там втроем встретились и сделали, что ветер их кружит. А все туристы там верещат, орут, а они вальс танцуют в ней. А там вот так подхват, ну, очень необычно. Ну, это же необычное чувство. Короче, класс! Так, Гудаури, Грузия, ребята, Анатолий, Юлечка, про Атлантида, приезжайте, класс, летайте с профессионалами, пока. Круто. Пока. Все, это небольшой, минута рекламы. Я не против, я это не против прям. Говорить. Нет, это очень это круто. Минута рекламки.
Так. Ну, это, наверное, всем надо испытать. Тебе страшно? Нет. Ты знаешь? Я другое пытаюсь добиться. У нас дочка ничего не боится. Ну, как все дети. Дети вообще ничего не боятся. Когда на панорамном лифте поднимаешься резко. Подержи, пожалуйста, у меня просто руки затекли. Мы ее называем ласково Зёзя. И так, Зёзя, страшно? Она так, не отрывая взгляда. Дё! И такая вся, знаешь, вперёд. Да, если полёты нравятся.